Всем ассалам алейкум, всем привет. Сегодня я нахожусь снова здесь. Это Экспо 2017, Нур Алем. Давайте посмотрим, что же скрывает в себе эта большая сфера. Мы сейчас на 7-м этаже. Это этаж энергии космоса. Давайте посмотрим и познакомимся со всем, что здесь происходит. Здесь в павильоне большой проектор, который проецирует космос на потолке, и это круто. Вы только что сами все видели. Пойдемте дальше. Чувствую себя на космическом корабле. Хотел прикупить себе кофточку, думал, где, чего, в каком магазине, и нашел. Очень, кстати, на все времена. Как вам? Мне кажется, мой размерчик. Она сделана из металлической проволоки, и вау, ну, у меня нет слов, это круто. Халатик такой. Вы знали, что на МКС есть своя кофемашина, и выглядит она именно так. Еда, вся пища, которую употребляют астронавты, выглядит вот так. Спальный мешок, который позволяет спать, паря в пустоте. А также для предотвращения атрофии мышц на МКС есть своя беговая дорожка. Если бы сюда не попал, я бы все этого бы не увидел и не узнал. Так что мы вместе с вами немножечко образовываемся, это круто. Пойдемте дальше.
Приключения продолжаются, мы на 6-м этаже. Солнечная энергия. Здесь огромный макет солнца, и он еще даже с буковками, смотрите. Есть еще какая-то штука, но она почему-то сегодня не работает. А вы знаете, до чего дошла наука? Есть курточка, которая благодаря солнечной энергии заряжается, и вы можете подключать свои мобильные устройства и заряжать их. Вот так выглядит курточка солнечной батареи. И вот описание, пожалуйста. Та-дам! Карета на солнечных батареях. Пожалуйста. Солнечный электромобиль. А это электросамокат для передвижения по городу. Пожалуйста. Присаживайтесь. Мы спустились на 5-й этаж. Это энергия ветра. Давайте познакомимся с этим этажом. Вперед! Мировой погодный глобус. Это глобус ветровых горячих точек. Эти штуки крутятся каждые 15 минут. Я пришел тогда, когда они перестали крутиться. Мне везет. Самолетики Парижа. А вон и ветряные мельницы. Пойдемте смотреть.
Мы на 4-м этаже. Энергия биомассы. Пойдемте смотреть, что же это за биомасса. Выращиваем растения. Тут надо повторять то, что на экране выводится, и вы двигаетесь вместе с птичкой. О, растет дерево. Я двигаюсь, оно растет. Черт, я не смог вырастить свое растение, оно погибло. Очень интересная, занимательная штука. Встаете на пол, у вас на экране проекция птичек, лягушек, и вы своими движениями выращиваете растения. Офигительно, такого еще нигде не видел. Этот экспонат сделан из корней. Тонкая философия. Мы на 3-м этаже, и это этаж кинетической энергии. Кинетической. Пошлите смотреть. Вы когда-нибудь видели опрыскиватель против насекомых? Сейчас покажу. Телефон 1911 года. Но сегодня тоже не работает. Но ничего страшного, зато посмотрели. Сейчас что-то будет. Это была кинетическая энергия. Мы спускаемся дальше. Второй и заключительный этаж – энергия воды.
проекция. Даже на полу. Всякие насосы и всякие фонтанчики здесь. Вот так. Посижу-ка я немножко, так сказать, перед дальней дорожкой. Та-дам! Посмотрю на воду. Давно на нее не смотрел. Полюбуюсь. Побуду в релаксе. Интересно, что это за штука? Не совсем понял. Пуск. Я только что пустил волну. Это да. Энергия воды показывается, что сила волны может зарядить некоторые устройства, и это очень интересно. Вот и все на сегодня, ребят. Я прошелся по всем этажам Нур-Алема, показал вам все, что я видел своими глазами. Я надеюсь, вы получили колоссальное удовольствие. Я получил. Спасибо большое, что досмотрели этот ролик до конца. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и переходите на мой телеграм-канал, ссылка под этим видео. Я вас всех люблю, целую и крепко обнимаю. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока!